Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию в Instagram, на которой предстал в образе пепельного блондина. Кадры с новым образом артист прокомментировал следующим образом. Виртуальная нереальность. Instagram собака пи подчеркивание Шаляпин, однако не всем подписчикам Шаляпина пришелся по душе его новый образ. Один из подписчиков даже написал, что Прохор, вероятно, посидел от Виталинки, имея в виду романтические отношения певца с Виталиной Цымбалюк-Романовской, бывшей супругой Армина Джигарханяна. Убери эту седину! Не старь себя раньше времени! Порадуй наши глаза своей красотой. Во всех оттенках ты хорош, Прохор. Все-таки вам больше идет пушистая прическа, чем прямые, да еще и напущенные на глаза. А седина придет со временем и годами, и оставит свой натуральный оттенок, прокомментировали фолловеры. Названа самая популярная песня Аллы Пугачевой. Ранее 5defistv.ru писал, что Цымбалюк-Романовская объяснила загадочный коллаж Шаляпина со старушками.